Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Россияне простились с актрисой Назаровой. Актрису похоронили на Троекурском кладбище. В Москве в последний путь проводили Александру Назарову. Гражданская панихида состоялась в Московском драмтеатре имени Ермоловой. Ее посетили многие кинодеятели. В частности, проститься с народной артисткой России пришел актер Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева. Почтили память Назаровой также режиссеры Владимир Андреев и Юрий Грымов. Назарова скончалась на 80-м году жизни. Актриса снялась в 80 картинах. Среди ее известных работ, например, роль Надежды Михайловны, бабушки главной героини Виктории в сериале «Моя прекрасная няня». Как стало известно, Назарова с июля находилась в больнице, периодически впадая в кому. У нее, по словам заместителя худрука театра, были проблемы с легкими. Человеческая потеря, прежде всего, актерская. Прощай, большой и светлый человек. В последний путь артистку проводили бурными аплодисментами. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.